День физкультурника – это праздник не только действующих работников и ветеранов спортивной сферы, но и всех любителей здорового образа жизни. В этот солнечный выходной на стадионе собрались представители ветеранов и молодежи, дети и родители, чтобы принять участие в празднике спорта. Я восхищаюсь семьями. Я вот второй раз вижу семью, которая участвовала в шахматах, теперь здесь. Вот я уверена, что такая семья, самая крепкая, которая везде, всегда вместе в мероприятиях, это дети будут просто замечательные, которые в своей жизни найдут себя, потому что все идет от семьи. В центре внимания – семейная эстафета. Некоторые из игримских семей пришли в полном составе. На этапе подготовки все участники были поделены на две команды. И вот на поле выходят сборные из нескольких семей – «Спортсоюз» и «Дружба». Сегодня им предстоит показать не только быстроту и сноровку, но и умение работать в команде. Мы на всех мероприятиях, на поселковых, всегда в полном составе, всегда участвуем в шахматах, везде. Активная семья. Всегда участвуем. Состязание – дело серьезное, и представители организации «Спортсоюз» обязательно проводят разминку для участников. А далее – самое интересное. На первый взгляд, легкие и всем известные веселые старты превратились в куда более сложные и интересные забеги. Начинали с прыжков на мяче, продолжили бегом в ластах и хоккейной экипировке. А закончили преодолением самых настоящих полос с препятствиями. Команды бурно поддерживали своих участников. К слову, искренние эмоции и улыбки украшали лица и детей, и родителей. Последние же смогли доказать, что возраст – не помеха веселью, спортивному азарту и детскому восторгу от подобных забегов. Мероприятие нам очень понравилось. Очень рады, что у нас в Игриме проводят данного рода мероприятия, что ребята-энтузиасты, то есть, вовлекают семьи. Нам все очень понравилось, все позитивно и радостно. У меня сынок занимается на боксом. Боксом, плаванием. Плаваем хожу на японский, на английский. Еще раньше на футбол еще ходил. В общем, потому что мы спортивная семья. И на кабудо раньше ходил, на дзюдо. Результат соревнований стал неожиданностью. Обе команды смогли набрать одинаковое количество очков по результатам всех эстафет. Семьи были награждены подарками, а работники сферы спорта – благодарственными письмами за помощь в организации праздника и участие в нем. Поводом сегодняшнего мероприятия послужил сегодняшний праздник – День физкультурника, который празднуется уже 80 лет. Тем самым мы хотели поздравить не только жителей Игрима, но и деятелей физической культуры. Те, кто плодотворно занимается ежедневно со своими воспитанниками. Вот, тем самым мы хотели также и для семей, которые сегодня собрались, сегодня интересная эстафета прошла. Однако на этом физкультурный марафон не закончился. Рядом со стадионом на песке обосновались мужские и женские команды по пляжному волейболу. К слову, в процессе мероприятия зарегистрироваться и сыграть в эту игру могли все желающие. И по традиции ни один спортивный праздник не обходится без футбольных баталий между сборными молодежи и ветеранов. Спорт объединяет не только профессионалов своего дела, но и энтузиастов, общественников, любителей массовых мероприятий, а также укрепляет семьи и соединяет поколения. И Игрим это доказал. Я вас поздравляю также с этим Днем физкультурника. Это замечательный, прекрасный праздник. И хочу, чтобы вот эта традиция оставалась всегда, на всю жизнь, в этом поселке, в нашем мире и везде. Потому что для спортсменов это единственный праздник, где они могут показать себя и просто отдохнуть. Вероника Камелькова, АТВ «Березово», Игрим.